Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Это еще кто? А? Там, мужик, ты что тут делаешь? Да все, я тебе просто разрублю, давай, иди сюда. Смотри мне в глаза, урод, на. Сам ты урод, что тебе просто врежу, понял? Кажись, у нас завязалась драка, давай драться, давай, на. Ладно, ладно, не надо, нет. Блин, больно. А мне пофиг. Тут я подумал, было бы очень весело делать то же самое со своими друзьями. Они меня уже давно бесили, но я пошел. Сколько же будет 2 плюс 2? О, точно, я хотел увидеться с Савой. Надо пойти. Блин, его убить. Что такое страшно? Что будет с ним посадить? Хотя... Ладно. На. Прикольно. Я уже убил Джонни. Пойду убить Матвея. Он как раз таки в баре со мной хочет. Здорово, Матюха. Пойдем сегодня в бар, не знаю, закажем что ли. Пиво, что-нибудь такого, креветок, кальмаров, что-нибудь. Хочешь? Да, конечно, отличная идея. Пойдем, Сава. Я очень хотел давно в этот бар. Давай, пойдем уже. Так, официант, закажи нам пиво, что-нибудь, виски, кальмаров, осьминогов, все. О, я уже жду, мне очень хочется. И мне, не говори. Что будем делать? Мне будет скучно все время. Ждать. Сидеть. О, у меня спина болит, кстати. Реально, сколько там ответ? Что мы давай поделаем? Бутылки разбьем, допустим. Где-нибудь. Или. Ладно, будем сидеть. Ну ладно, будем сидеть, ждать официанта и жрачку, которую нам принесет. Да, ждем официанта. А то все равно выгонят. Официант, давай иди сюда уже, нам скучно. Смотри, а вот наше бухло. Оп. О, давай теперь ты. Реально кайф, вкусно. Давай, беру уже. Ёп. Хоп. О! Реально кайфово. Слушай, кайфово пиво. Мне аж фигово стало. Ох, как я захотел. Матвей, идем домой уже, а? Я знаю, что на его мозг бухло очень сильно действовал. Он, возможно, в отключке или валяется. Топорик. Бегаем. И идем. Так, Матвей, ну привет, скажи, сегодня классный день, да? Все прикольно, да? Мы все только что попили, все хорошо, скажи. Да, нормально, а что ты меня спрашиваешь? А дело в том, что... Пожалуйста, обернись, Матвей. Ну, что? На. Минус второй. Я устал, брошу-ка топор, хочу покурить. Так, не бань по жету. А вот и моя любимая. Фух, я расслабился с первых к третьей и четвертой. Как ты думаешь, где этот идиот? Ну, я думаю, он к нам уже едет или идет. Я его жду. Они ничего не подозревают. Ты идиот, так пугает вообще. Нормальный, а? Ну, да. Так. А, блин, точно забыл.
Так, ничего, получается го. Получается го, давай. Ну хорошо. Так, все, вроде бы мы все сделали. Да, мы все сделали. Вы думали, все так будет просто? Забыли, кто я? Хоп. Беру ножик и... Бам. Эй, ты вообще нормальный? Ты что делаешь? Нет, ты... Ты просто монстр. Я убегаю от тебя. Ну ладно, беги, беги. Не. Я уже бегу за тобой, Сэм. Лестница! Черт, она уже далеко. Тут ножом нельзя справиться. Болгарочка. Опа, берем. А, ну вроде бы все закончил. Ну, вроде бы всех своих я уже ликвидировал, так скажем. Пойду просто мучь толпу и все. А вот и толпа. Я уже к вам и думаю, малыши. Да что ты делаешь, мужик? Я тебе сейчас просто... На! Больно! Ай, капец, у меня что такое пузо жесткое? Ай! Оп, минус первый. Я тебя убью! Минус второй. А вот и лимончик. Минус третий. Оп. Еще четвертый остался. И я. Минус четвертый. Так, иду за резинкой. Летим к ней. Редиска что, хочет меня отомстить? Может быть, за брата? Ау. Так, не все равно, как понимаете. Так, уже минус 5, по сути. Осталось, чтобы ему просто в бошку полететь. Арбуз хочет тоже меня побить. Ну что, сейчас будет минус 6 чувствуется. Оп, у него уже ноги сломаны. Ох, минус 6. Остался 7 только. Он бежит, но не тут на было. Минус 7. Да ладно, не может быть, меня хотят скинуть атомную бомбу. Ну что ж, проверим, что со мной. Мы видим, что все трупы. Мы надеемся, что Сава умер. Потому что он уже всех явно бесит. Чуб! Все, заснял? Я уже хочу какать. Ты сегодня у меня в плену, арбуз сжал. Нет, пожалуйста, отпусти меня. Хочешь, я даже заплачу, пожалуйста. Нет, уже поздно. Я тебя убью. На! Ну все, тебе конец точно. Нет, я знаю свою оборону. Оп, и поползу. Ау, моя пятка. Ай, зато убил. Угу, я выиграл тебя, лошарик. Угу. Молодец, он убил Гуля. Они меня тоже очень бесят. С ними у меня было очень тяжелое прошлое. Ну все. Ребят, почему вы так стали за меня? Не убивайте меня. Нет. Ты напросился так. Твой братишка убил нашего. Нет, я не хочу умирать. Вы меня не сможете убить, потому что я сильнее вас. Во, уже кулаки готовы, видите? Сейчас вам конец. Держи тебе, я тебя всегда ненавидел. Тут у меня уже нет... Сил, сами раз меня измучили. Оставь мне их. Я их убью. Хорошо. Хорошо. Вам всем конец. Я же вам говорил, перестаньте. Опять ты, Сава, злейший враг. Я тебя ненавижу.
ты нас предал. Это вы меня предали. Давай, убей их, если сможешь. Хорошо. Я вас раздавлю. Уже поздно. Как же вы меня выбесили уже. Предали меня. Потому что... А все потому, что я одел другую одежду у лоси. Не! На! Так, ну вроде бы все. Я всех убил. Так, как сказал командир, нас я уж украл. Осталось только уехать. Ох, черт, у нас авария случилась. Как мне отсюда вылезти? Ура, я сломал дверь. Не получилось. Так, осталось выбраться. Я пытаюсь. Да, он вылез, но получил головную травму, несовместимую с жизнью. Друг, где ты? Я тебя за все сделаю. Я лишь бы тебя спасти. Где ты находишься? Где? Что за... Нет, друг, я тебя спасу. Нет, только не умирай, пожалуйста. Нет, нет, друг, пожалуйста, не умирай. Я тебя спасу. Ты что, мертв? Нет, не говори. Скажи, что ты жив. Может быть, друг, тебя... Я тебя все равно спасу. Ну, может быть, что ты умер. Сейчас тебя потрогаю, проверю. Да нет, не может быть такого. Ну, братан, ну ты чё? Ну, брат, ну, блин, ну, почему ты умер? Так, это должно его спасти. Вколем. Он ожил! Ура, ура! О, братан, спасибо, что ты помог мне выжить. Теперь я живой. Да не за что. Мы всегда рады. Теперь пойдем всех убивать. Давай, идем всех бить. Тут он у нас мертвый. Мяу. Опять гули. Их босс. Ладно, пойду убью. Улетаю!